Всем привет. Всю ночь лил дождь в Ялте. Смотрите, река какая. Прет как, да? Пошли на базар идем. Пришел на базар, хотел у женщины взять, которую постоянно беру, а ее нету. За 150 продают косточки собакам, шейки, блин. 169 стоит куриные, курицы 300 до 400, 300-400, фермерский или домашний. Сазан 280, блин, красавец какой, карась по 150, вот карп. Не хочу снимать цены. Смотрят как на волка. Яички домашние 200 стоят рублей. Не верите? Вот. Где маслы, где мясо, короче. И вот мясо чистое. Короче, дождь хорошо помыл деревья. Улица Кирилловская. Поставили. Или было? Да нет. Поставили, ну вот уже симпатично как стало с ними. Осталось еще траву посадить, канадскую или какую. Везде, смотрите, везде ставят. Да. Нормально, смотрите. Заборчик всегда вид придают хороший. Это же Ялта, господа. Вот, видите, с этой стороны еще ничего не приварили. Малорики. Вот с травой, пожалуйста. Нормальная, да? Нормально смотрится с травой. Но не везде она почему-то. Там денег нет на траву. Мы в армии брали лопату в пустыне, пустыня, пески, жара. Нас вывозили, черт тебя знает куда, за 30 километров искали лес, вырубали лопатами это, квадратики такие, и таскали, грузили в машину. Вот так траву находили, рубили квадраты и привозили в часть. И выкладывали руками, и потом поливали, и потом трава у нас росла. Единственный был асфальт у нас, это плац. Все. Рыжик думает, что так радуется, он дружка увидел впереди. Сейчас мы его накормим. Собак позвал сюда в сторону, там все же кормить нельзя. Люди. Здесь тоже впереди суд международный. Да здесь накормим вас. Идите сюда. А что, иди сюда. Осторожней. Рыжик, чтобы не... Блин, этот масол тоже... Да вот тоже. Сверху наложила мясо, а снизу уже не то. А вот мясо. Иди сюда, на. Это она.
На, дружок. Что белка, что шкура какая-то. Странное бестие. Мясо не ела, а масол грызет. Отойди от нее! Ты офигел, что ли? Че, интересно, как я матерюсь, что ли, сбежались, блядь. Здрасте. А? А? А что? Еще один у нас паренек есть. Где? Рядышком. Как его вытащить оттуда? Ну ты что взял с рук-то? Я не знаю, тут что-то она голых маслов мне понадавала. А я-то обрадовался. Вытаскивать его оттуда, где он? Уйди, дружок. Фу, дружок. Здесь все... Еще один злой, как скотина. Дружок, от жадности. Все побросал, лезет в пакет, смотрите. Эй, ты чего? Все, он хочет оттуда все вытащить. Я понимаю, но это же наглость. Вот и я об этом. Тут есть нога. С ногой не лады, нормально. Все, мы пошли, дружок. Спасибо вам. Пошли, рыжик. Пошли. 5 января, 4 января, 9 декабря. Трава с цветочками. Такой скверик аккуратный, с новыми лавочками, урнами. Урна, правда, убирать не хотят. Ну что сделают? Дождь, наверное, был. Дождь не работает. Сверху хорошие кусочки мне положили. Не, уже готовый пакет у нее был. Возьмешь, возьму. Сверху мясо, а под мясом голые кости. Мое разочарование нет пределов, блядь. Поэтому я их не люблю, этих спекулянтов, этих барыг. Рыжик сам этих собак находит. Вон лисы нашел. Сейчас мы его... покормим. Иди сюда, лес. На, иди сюда. Не хочет. Хера себя. Пошли дальше, рыжик. Пошли. Пошли. На. Что тут написано? Выборы президента России 15-17 марта. С маслами с этими обули. С
собак, поведение собак сегодня вообще не понимаю. Дождь закончился. Всю ночь был дождь, ливень. Погода теплая. 10, 11, может 13. Вкусная вода. Турист. Зеленая травка. Хорошо на улице. Солнца нету, но тепло. Розы растут. Капельках дождя розы. Beach Base отдыхает. Культурно отдыхает. Богатая. Хорошо делали на века. Смотрите по углам, как все сделано качественно. Ух ты, а на море штиль какой, ничего себе. Рысь! На море штилек вообще. Прибило дождем. Ты засохли. Зато капуста подрастает. Да, полный штиль. Полный штилек. В порту. А, у меня же есть хлеб. Сейчас я им дам. Хватит гонять их. Большие куски едят, смотрите. Еще себе. На рыжик. Пошел по хлебу. Отвлекись.
то эту лужу как раз размякнет хлеб. На лету хапни. Ага. Рыжик отошел. В кафешках есть люди. Спокойненько гуляет. Смотрите, под какой беседкой я сижу. Это райское место. Летом тут мест нету, тут дерутся за эту беседку. Да-да-да. Расплескалась синева. Расплескалась, по тельняшкам разлилась, поберета. Даже сердце синего затеряло, разлилась своим заманчивым светом. Даже в сердце синего затеряло. Ты что, съел уже масолик? Опять нас спрятал.
рыжку спрятал, да, в нос. Смотрите, нос какой грязный. Зарыл. Дружок увидел, у меня идет. Ты покушал масолики? Нормально. Или тоже спрятал? Молодец, подходишь. Давай я тебе еще масолик дам. Он любит сосиски, дружок. Он сосиски любит, я их сам не ем. А я дешевые беру, вот это еда-вода. По 160 рублей. Сосиски? Да. Потом эти, знаете, как это? Нет, да? Мартын и он. Одну-две съест. По 160, ни хера себе. Дешевые. А что, 160 рублей килограмм? Тут для меня это дорого. Ставриды? Угу. Ну такая ставрида. И двух сарганов подцепил. Угу. Ну сарганы как колбасы. Этот палкой подцепил. Пошел я. Ага, давай, давай, счастливо. Ты наелся хоть, нет, дружок? Давай, давай. Давай, давай, давай. Надо, надо правую давать, а ты что-то мне левую даешь. Давай другую лапу. Давай, дружок, лапу. Давай. Грустный ты, дружок, всегда ходишь. Грустный. И худой. Ничего еще не ешь. Подрыгивайся. Он рыжик оставил воронам кость. Ничего не доедают. Они его тащить хотят. Ага. Правильно, молодец, рыжик. Кушай, кушай. Иди сюда. На-на-на-на-на-на. Ты борзый такой, не подходит ни хера сам. Он смотрит на этих, боится. Ты чё, мать, а? Меня уже бесить начинает вот эта фигня. Бери. Что за день сегодня? Вроде есть. Ты почему не кушаешь? Малыш, что случилось с тобой? Уши у него вперед, сюда. Может, все-таки будешь кушать? Давай. Вот дружок кушает, рыжий кушает. А ты что? Наверное, будешь есть сейчас, да? Тише, аккуратней. Есть хотят они, но все равно что-то понтуется. Ну что ты бросил тот масол-то? Иди. Ну вот. Кушаю. А я уши навострил, рыжик как. Ешь давай. Уши навострил как. Голову на бок поворачивает. Что он там увидел, интересно?
как внимательно смотрит рыба. Вороны грызли мосолику, утащили, а он подошел. Забрал у них. Присел ко мне, видите? То избегает меня, то присаживается. Вас не поймешь, собаки. Вас не поймешь, собаки. Малыш. Ты что за пеструю собаку там увидел-то? Как бы он за ней не побежал бы. Буду придерживать его. Он какая, видите? Пестрая какая-то собака. Дай бог еще укусит. Он ее. Она домашняя. Кипиша будет на весь Крым. Вы поели? Как это так, дружок здесь лежит рядом. Вот надо вот пристать к нему. Доел его кусочек. Чё ты ему отдаешь кусочек? Стой за себя. Фу, рыжик, отошел от него. Вон ворон гоняет. Всю ночь ливень был. Кое-где в Ялте деревья повалило. Смотрим температуру. Плюс 10. Время 4:30 где-то примерно. Пойдемте. Тучки розовеют. Постепенно. Сегодня да нет особо-то облаков. Но сегодня хороший закатик будет. Сегодня должен закатик хороший быть. Надо Соньку камеру-то взять, приближает которую. Выходить, поснимать молча. Я не знаю уже, что говорить на камеру. Что-то так плохо чувствую себя, ничего в голову не лезет, ни слова, ни мысли, нифига ничего. Каждый день одно и то же. Что говорить первый, я... Кружок за мной идет. А ты по камню будешь идти или по воде? Попить хочет дружок. Подойдем ближе к морю, посмотрим, что тут с ним. Рыбачить охота, вода грязноватая, то дождь, то вода. Рыжик пониже набережной рванул, вон, вижу вдалеке, барбосу. И не так-то она и грязная, собственно.
Тебе нравится елка? Дружок, тебя спрашиваю. По-собачьему взгляни на нее и скажи, нравится тебе она или нет. Блять, эти собаки. Что-то я сегодня очень раздражительный. Они гавкают не по теме. Этот пиздюк с этой связался, с лисой. Идут и гавкают на всю Ялту. Это лиса, она вроде играет с ним, да, но за ногу его зубами переднюю все равно, как бы играя, кусая, а он потом хромает. Вот сейчас на моих глазах она прям так делала. Картины рисовать, писать, такую погоду надо. Снова несколько дней назад было день рождения, ему цветочки принесли, и все правильно. Тут историю не забывают. При царе был чел. Вот цветочки с корзиной. Архитектор Краснов. А я как фамилию сказал? Краснов Николай. Это Боньки нет кота. Я жду, когда он покраснеет, он еще наоборот белеет. Странно. Рыжик и наш пакет. Рыжик и пакет. Рыжик хоть сказал бы что-нибудь, ногу поднял бы, поприветствовал бы. Тут какой-то... Ну чего? Вот это лиса. Она, кажется, тоже нагловатая такая. Ох, лиса. Ее уже покормили. Вон еще какой-то лисенок. Сколько здесь собак, вообще жесть полная. Она так смотрит взволнованно. Мне даже такие маслы стыдно собакам дать, что продали мне на базаре. Слушайте, если вы меня смотрите, барыги, вы вообще обнаглели, наоборот. Давай, вкусы дергаем. Вы что голые маслы продаете? Перед собаками стыдно. Хотят есть ваши маслы. Рыжик-то он все подряд грызет. Сейчас попробую дать. Ну вот. Давай ей отдадим. Ага. Вот сволочь какой, а. Хотел ей отдать. На, лиса, иди сюда.
Греби давай. Да, давай я его съем тогда. Люди слушают меня, уши греют, стоят. Там что-то шепчутся, мол, смотрите, какой больной стоит. Я сам масол съем. Все глаза такие напуганные, слушай, на тебе масол. Что ты переживаешь? А я не узнал тебя, здорово. Конечно, я в шапке. Мы раз в полгода видимся стабильно. Наверное, щемят его. Ты уже не хочешь, заелась, бедолага. Думала, что новое. А я им все раздал, короче. Вот. На, дружок. Вот покупал 4 килограмма, все раздал. Все, все. Да, они нормально едят, походу. Все. Пустой мешок. Да видите, что такие хорошие хайпливые, и мясо там не прям. Да нет. Что, под вечер аппетит разыгрался? Уговаривал его тут часами. Ага. А сейчас смотри, как это начинает долбить. Распробовал. Ага. Вот это вкусно, там в натуре такой хрящ, он мозг. Ну и маленький кусочек, да, ему как бы удобно. Дружок, не будешь кусать меня? Ну, он может укусить, осторожно. Не, ну он машет. Он ну, тем да, более, когда хавает любая укусит. Тем более ест. Да, да, да. Только рыжий, наверное, не кусается. А так с другими опасно. Я и забыл, у меня еще курица осталась. Я каждый день хожу, проверяю, не этот. Как тут оказывается, даже если, ну, не тренируюсь, хожу, проверяю, не этот. Не сняли ли его обратно. Да, то вот это вообще, из него можно действительно сварить, да, такого наваристого. Вот там мясо, им... там мясо. На. На, рыжик. Ну все, короче, вы заелись, я понял вас. Вы в кинотеатр, да, заходили недавно? А? В Сатурн заходили недавно, да? Да. Хотел в кино сходить, так и никуда там я не кино, сходил. Знаете, когда выгодное? Днем я там заходил, где-то по 250 рублей были фильмы. Да мне не то, что там подешевле, мне надо настроение выцепить, ага. Погоду. Ну, да, там тоже сидеть. И так далее. Барбос наелся, он кверх ногами, короче, лежит, позирует. Вон барбос, девушка, вы снимаете. Он на спине, который лежит. Да. Дружок, дружок, курочку немножечко щиплет. Ты молодец, спортом занимаешься. Можем ходить, может быть, на площадку посмотреть. Парень молодец. Бегать, ну, что он молодой? Тридцатка, может, ему. Вон побежал. С 10-го микрорайона прибежал сюда. И сейчас, и вон побежал. Молодец. Я ждал закат, он побелел. Короче, нет заката. Дружок все-таки курицу добивает. Малорик. Барбос он... тусит, проверяет владение, короче, ничего сегодня интересного нету. Я психую не по понятным причинам. Хожу. Непонятки, блядь, что делать. Рыжик, ты идешь так это внимательно, приглядывайся. Что я тебе дам? Неужели тебе фуфло какое-нибудь дам? Странные вы сегодня собаки. У меня еще и корм есть. Килограмм где-то. Будешь? Да что? Да конечно не будешь. Рыжик масол взорвал опять. Весь нос грязный. Иди умать, блядь. Только сейчас я ему вытер тряпкой нос. И опять как чертила ходишь по набережной. Ты же на люди ходишь. Ты же не уличная собака, бестолковая. Все собаки здесь, а этот конь, его зову, он не идет. Барбос. Так идет, такой, поглядывает так в сторону. Смотрит, сюда не подходит вообще. Вот подошел, масол забрал и ушел. Больше не подходил.
Змей такой. Ну вы хоть спасибо сказали бы хоть. А? Собаки. Люди не в непонятке за спиной там гуляют. С кем он так разговаривает? Чего он орёт? Рыбачить очень охота. Но этот маленький хоть ест, сидит в кустах. Ешь. Глаза напуганные ужасно. А глаза у него тоже как у рыжика примерно такие цветом. Молодец. Догадался отойти в кусты. Эти же раз дадут поесть. Вот она, вот лиса. Она с биркой. Этих двух балбесов вы знаете. Вороны каркают, такое ощущение, как будто весна. Месяц декабря, не верится. Барбос вечером ложится вот сюда, вот на свое место. И тут он начинает концерт. Вот у нас спина уляжется. А ты, Барбос, что, зазнался или что? Я не пойму. Ты лиса ему рожу, я же могу его и не кормить. Фу! Бестолковый. Бестия целуется с рыжиком, что это? Надо же. Бестия, она такая серьезная. Она вроде такая ласковая, с другой стороны свои клыки как покажет нахер. Пошли! Велосипедист сейчас разлаялся. Пришлось его накернить ему ошейник на голову. Туристов и так нет, ни хера в Ялте, вы еще тут гоняете их по набережной. Туристы бедные носятся тут. Да, на Пушкинском базаре нигде не было костей. Сюда же не пойду я пустым, поэтому на центральное поехал рынок за этими костями. Больше туда не поеду. Обманщики, спекулянты. Рыжий так внимательно смотрел, думал, куда он смотрит. Она смотрит, собака как лежала, спала. Ты знаешь его, Рыжик? Вот дома, которые... Бездомыш. Ты замерз? Мне как раз нету костей больше. Вон он его потряхивает. Бедолашка. Ты на барашку похож, а не на собаку, слушай. Зажгите елку, господа. Розенбаум вышел, песенки поет, а нам надо уходить. Домой идти неохота, но устаю тоже тут бродить. Ну ай да, еще немножечко пройдем, там свернем, Рыжик.
столько мата сегодня придется вырезать. Может вообще ничего не выкладывать. Я сегодня почти везде матерюсь. Начиная от этого базара. Вот еще две собаки бегут. Раз, два. Сегодня они драли. Пошли, Рыжик. Пошли, фу! Все тебе надо знать. Марина Н, спасибо за донат. Татьяна А, спасибо за донат. Спасибо, Рыжик. Последняя патока здесь будет. Нахуй мне эта кофта была нужна. Здоровья вам. Спасибо, что уделяете внимание собакам. Не было бы вас, я бы их не смог бы кормить. Доходов нету, короче. Туннели мне тоже нравятся. Мосты, туннели, лестница. Что-то еще мне нравится. Блин, что ж так голова-то тупит, а? Фух. Мне ждать дурно становится, когда я не могу что-то вспомнить. Слова какие-то страшно становятся. На улицу Кирова вышли. Будем ждать троллейбус. Себе бы чё, не забыть бы поесть взять. Есть уже охота к вечеру. Темнеет, аппетит появляется. Собаку возьмешь, домой приходишь и вспоминаешь и это. Смотришь, а себе-то я ничего не взял. Вот, поехали, Рыжик. Да, идите, сидите сюда. Ешьте. Голодные, видите? Да что вы сбрасываете корм? Ужасные голодные кошки. Не сбрасывайте только на тебе. Это тебе. Есть хотят.